Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмаг. Ну что же, Зверобоксыч, Остров Сокровищ, перезагрузка RYTP. Вы наверняка помните те самые древние реакции на Остров Сокровищ. Я их тоже помню, я помню те легендарные, охренительные, просто великолепные, я считаю, видео. Ой, какая же это была красота, серьезно. Я до сих пор вспоминаю с какой-то, знаете, невероятной теплотой эти старые пупчики, которые делал Зверобоксы. Знаете... Я надеюсь, что с перезагрузкой никаких проблем не будет, что ее не снесут, что она будет жить и здравствовать, в общем, что все будет более-менее нормально. Но давайте уж заценим, что ж там завутил наш прекраснейшая звериный коробка. Ну что, поехали. О, по заказу, ребят, с Бусти донатеров. Тоже сижу на Бусти, тоже, как говорится, это поддержал автора, подписался, сделал подписочку, как говорится. Ребят, если хотите поддержать Зверобокс, обязательно подпишитесь, серьезно. Парень возвращается с годным контентом, давайте поддерживать годный контент, а то пупы реально сейчас немножечко это, умирают. Кто ты? Здравствуйте. Здрасте. Блять, уже умер. Вот и думай головой. Дамы и господа! Я сейчас опять, сука, буду слушать и, наверное, это, буду бояться, что сейчас донат присвали, а на самом деле это просто это в купе музыка. Сейчас будем косить от армии. Оу, Red 21. Оператор, давай, тащи сюрстрёминг. Едет, тащи водяру. Это такой вопрос, пока водяры нет, сюрстрёминг херово усваивается. Дальше что было? Что было? Вы а кто? Что было? Ты ж, бля. Как вы сюда попали? Никак не может умереть. Чем это пахнет? Обычный дьявол. По факту. Ты кто такой? Зовут меня Николай Васильевич Пирожков. А что это у вас за еда? Яблоки в этом, в курином бульоне. Это для штурмана Билли? Сэр, я не знаю. Никакого штурмана. Интересно. Этот завтрак для нашего сальца, которого мы зовем тупой бродяга. Мы а что так грубо-то? Мы его можно назвать Левитаном. О, Левитан. На щеке очень приятные пальцы. Очень приятный запах. И особенно когда напьется. Значит, здесь обсирается Билли. Я до сих пор не понимаю. Я тоже. Готика, я полагаю. Я не понимаю! Ты что ты кричишь? Я Танов. Не может быть. Билли старит прохождение, особенно когда напьется. Бля. Ля, а какой Билли зашел вообще, такой большой Билли, прям Типичный ты. Справи быдло, блять. Блять. Черный сос. Оу, какой сос. О, блять. Давай-ка выпьем, Билли. Я не пью! Заварись скорее! Чел, ты! Пожалуйста, только не говори про карту. Все что угодно, но только не про карту. А чё, чем проблема с картой? Ну, учитывая, что они сейчас творят с некоторыми картами, то да. Широкий. Хватит! Ну-ка, повтори еще раз. Эй, мой мальчик, посуда, мой умнее, чем ты. Я просто любил свою работу. Мыть посуду, драить полы и поправлять свои сексуальные очки. Но тут появился тупой бродяга по имени Билли Бонс. Как же хочется, чтобы он сдох. Тебе хорошо? Доктора, доктора, скорее! Сейчас мы будем заниматься сексом. Чё-то рановато. Страшно, блять. Не сказала бы. А, ну хотя когда доктор Ливси. Сюжет фанфика. Ага, ну хотя да, когда доктор Ливси, то. Ах.
Когда фанфик, там что угодно произойдет. Что-нибудь в стиле... Слово фистинг и слово кам для вас означает одно и то же. Хотите? Хотите? Блять, мне уже страшно реально за фанфики, потому что я не видел фанфики по острову сокровищ. Они наверняка есть. Это страшно. За ваше здоровье. Из моего. Хоть пердеть. Ну что, неплохое возвращение. Не, неплохо. Вкусновато, но маловато. Хочется больше. Вот такой я жадный человек. Зверобокс, продолжая в том же духе, выглядит прям неплохо. Неплохо. Поржал. Покекал. Получил позитив. Чел, прям мое почтение. Не зря, кажется, деньгу отдавал. Хоть и маленькую, но все же, чел, молодец. Ага, сейчас. В общем, молодец, Зверобокс. Реально, мое почтение, это прям получилось достойно. Я надеюсь, что будет и вторая часть, и третья, и что ну, не постигнет печальная судьба удаления или еще что-либо, потому что, да, помянем кучу пупов, которые пришлось удалить, ну, из-за того, что там богатыри, а мельница, пидорасы. Ах, на этом все. Я получил позитив, я пойду передохну. Спасибо за внимание, подпишись, поставь лайк, поддержи автор оригинала, реально Звероboxу поддержи. Огромное спасибо и спокойной ночи, дружки-пирожки.